Привет, читаю задание на 15 ноября. Уважаемые участники, запишите видео, ответим на вопросы. Что делает 4 пункта и чего не делает 4 пункта ответственный человек? Буду сразу писать, потому что самый тупой карандаш лучше самой острой памяти. Поэтому что я об этом думаю? Ответственность. Ответственный человек держит ответ, да, ответственный. Держит ответ за все происходящее в своей жизни, за свою судьбу. Тезисно буду писать. Я думаю, что ответственный человек, он сам себе начальник. А это большая ответственность быть свободным. Поэтому большинство людей, они именно ходят на работу, потому что они не хотят на себя брать ответственность, и они подчиняются тому, кто эту ответственность на себя берет. То есть человек, который спланировал, у которого какие-то идеи, который запустил какой-то бизнес-процесс, да, это самый ответственный человек. А многие люди, они просто ходят, многие тупо даже ходят на работу, выполняют одно и то же и не берут на себя ответственность, потому что за все отвечает начальник. Или берут в какой-то степени, маленькой степени, что-то такое посильное, и когда с ними что-то случается, они ищут оправдания и винят кого-то. Поэтому я считаю, что свобода – это и есть большая ответственность. Что еще? Ответственный человек, он берет, он отвечает за свои поступки, он отвечает за свое слово, типа пацан сказал, пацан сделал, да, он показывает пример своей семье, своим детям, воспитывает в них ответственность. Потому что результаты нашего воспитания – это тоже большая ответственность. Мы в ответственности за то, какими вырастут наши дети. Мы в ответственности за наши отношения к нашим родителям, к окружающим людям, к партнерам. За то, грешим мы или стремимся все-таки к какой-то духовной жизни, быть более честными, быть более правильными. Это тоже ответственность работать над своим личностным ростом. Ответственность – это когда в тебя верят, и ты хочешь и должен, наверное, оправдать это, если ты на это пошел, если ты какие-то дал надежду людям, пошел на какие-то соглашения, заявил о себе. Вот это тоже ответственность. Ответственность – это выполнять сейчас задание, во что бы то ни стало, хочешь, не хочешь. Но нужно это выполнить, потому что ты пообещал, и ты не должен подвести свою команду. Вот, наверное, все. Решение принимаешь в каких-то сложных ситуациях, ищешь выход, если не получается. Вот это ответственность. Чего не должен делать человек? Наверное, не должен впадать в уныние, в депрессию, не должен ныть, не должен искать виноватых. Что еще не должен не делать ответственный человек? Не забывает контроль... Человек, хочется сказать, что делать, да? Что не делать? Не разочаровывается, не сдается. Ну, в принципе, да, не ищет виноватых, берет ответственность на себя. Вот, наверное, все. Если согласны, поставьте лайк, напишите в комментариях свое мнение. С вами была Иванова Лариса. Это 4-е задание марафона «Вызовы победа». Давайте стремиться быть ответственными и побеждать себя.